Дорогие друзья и особенно враги, в последние недели и особенно дни мои помощники в режиме нон-стоп мне передают многочисленные вопросы с негативом, с позитивом, с удивлением, с восторгом. Вопросы одного свойства. Вот, ну как вы, не боитесь ли вы и так далее? Короче, вы остались один в России, кто оппозиционер и против путинского режима. Короче говоря, я остался здесь, ну, не при дамах будет сказано, один. И действительно, я думаю, иногда это делаю, не люблю, но иногда думаю, остался один. И вот я вчера, сегодня что-то так сижу, я один остался здесь, в России, один остался. И мне вспоминается, я тебе вчера рассказывал, анекдот, прекрасный грузинский анекдот. Вот у мужа умерла жена, поминки прошли, вот после поминок он сидит, один остался и повторяет: совсем один остался, ай, совсем один остался, совсем, совсем один, слушай, совсем один остался, совсем один остался, асса! Вот так.